без денег и без квартиры. 43 человека в Чувашии имеют статус обманутых дольщиков. Однако теперь в республике будет действовать новый механизм решения этой проблемы. Какой именно, рассказали на выездном заседании рабочей группы Госсовета Чувашии. Строили, строили и, наконец, достроили. Правда, уже не строительная компания, а сами участники долевого строительства. 11-ю позицию по проспекту тракторостроители должны были сдать еще 2 года назад. И чтобы, наконец, въехать в свои квартиры, будущие жильцы были вынуждены объединиться и дополнительно скинуться деньгами. Люди помогли, пошли на встречу, поняли, инициативная группа, они организовали, пошли на встречу нам. Я должен с ними рассчитаться. Я понимаю так, что на этой неделе акт ввода в эксплуатацию будет подписан. Сегодня мы, Госстройнадзор, Минстрой Чувашии, выдал заключение о соответствии данного дома требованиям проектной документации. И следующий этап – это обращение в администрацию города Чебоксары за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Такой хэппи-энд возможен не всегда. Чтобы справить новоселье, запланированное еще на 2016 год, будущим жителям позиции номер 6 по улице Гражданская нужно где-то найти 27 миллионов. И это при том, что молодые семьи все эти годы вынуждены платить ипотеку и снимать квартиру. А некоторым и вовсе приходится жить в дачном домике. Купила квартиру в 2016 году в апреле. Дом был действительно 80% почти готов. Посмотрела квартиру, стены понравились, расположение понравилось. Июнь прошел, сентябрь прошел, но в декабре-то точно должны были сдавать то уж. Больше ничего не делается в этом доме. Судя по всему, этот дом станет первым, где опробуют новый механизм решения проблемы дольщиков. Новый застройщик достраивает проблемный объект, а взамен без аукциона и торгов получает земельный участок под другое строительство. Соответствующие поправки в закон накануне приняли депутаты Госсовета Чувашии. У нас просто есть закон, по которому глава Чувашской Республики имеет право выделять земельные участки без проведения торгов. Раньше в этот закон входили инвестиционные проекты. Мы дополнительно, получается, внесли еще выделение земельных участков без аукциона тем застройщикам, которые будут решать проблемы обманутых дольщиков. Минстрой уже ищет компанию, которая завершит строительство. Если такая найдется в ближайшее время, то Новый год дольщики 6-й позиции по Гражданской смогут встретить в новых квартирах. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.